На первый взгляд, хризантема мало чем отличается от обыкновенного БМП. Только вместо привычной башни – труба, которую то достает, то прячет механическая рука. Это пусковая установка. По мнению специалистов, хризантема должна стать одним из главных противотанковых средств российских сухопутных войск. По крайней мере, на первый взгляд. Внешнее сходство хризантемы с боевой машиной пехоты вполне объяснимо. Комплекс размещен на шасси БМП-3. Благодаря этому он получил высокую мобильность, отличную маневренность и проходимость. Позволяет машине развивать скорость 70 км в час по шоссе и до 50 по пересеченной местности. Умеет хризантема и плавать. Причем водные преграды она преодолевает сходу, без предварительной подготовки. Боекомплект ракетного комплекса – 15 50-килограммовых сверхсовременных ракет, противотанковых и фугасных. Создатели уверяют, ракеты «Хризантемы» – самые мощные. Появление даже нескольких ракетных комплексов на поле боя сможет в корне изменить расстановку сил. Скромный букет всего из трех «Хризантем» способен отразить атаку 14 современных танков. Целой танковой ротой.